С любовью к женщине. На весеннем вернисаже с таким названием чествовали успешных представительниц прекрасной половины человечества. Праздник красоты и нежности, цветов и любви. В преддверии 8 марта мужчины Чуваши поздравили прекрасных дам. Примите в этот день самые искренние слова благодарности за то, что вы есть. Потому что именно то, что вы есть, делает нас мужчинами. Делает мужественными и наполняет смыслом нашу жизнь. Они руководят бизнесом, возглавляют предприятия, организации, целые отрасли. Воспитывают детей, активно участвуют в политике и при этом остаются чуткими, сострадательными, полными желания сделать этот мир лучше. Вы становитесь своего рода проводником света и любви для дальнейших встреч с другими женщинами. Поэтому я надеюсь, что вы сегодня зарядитесь и с огромным трепетом и любовью будете праздновать вместе с нами этот праздник. Последние годы женское движение в республике набирает обороты. Союз женщин Чувашии выступает за возрождение семейных, нравственных и духовных ценностей, за защиту материнства и детства, сохранение национальных традиций. Ульяна Пятакова, Алексей Зотиков, Андрей Шоклев. Республика.